Today we're going to continue our series on eschatology. Сегодня мы продолжаем серию проповедей, посвященных теме эсхатологии. Let's write that on the board, Giannis. Giannis, давай напишем на доске эсхатология. Reach your hands toward me. Направьте на меня руки. Father, in the name of Jesus. Отец, во имя Иисуса. We thank you for strength. Благодарим за силу. We thank you for anointing. Спасибо за помазание. And Lord, I pray for every hearer today that they would hear the word of God. Господь, я молюсь о том, чтобы каждый слушающий сегодня слышал слово Божье. And that we would better understand the times in which we live. Лучше понял время, в которое мы живем. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. Amen. The word eschatology. Слово эсхатология. Is a compound of two Greek words. Состоит из двух греческих слов. The Greek word eschatos, греческое слово эсхатос, which describes the very, very end of a thing, которое описывает самый-самый конец чего-то. The second part of the word is logos, вторая часть этого слова logos, and the word logos is the word for study. И logos означает изучать. Or you could say a discipline. Это научная дисциплина. So when you put these two words together, когда эти два слова соединяются, they form this word eschatologia, появляется слово эсхатология, which means the study of the very last. Эсхатология — это богословская дисциплина, которая занимается изучением самых последних событий. Everybody say study of the last times. Скажи изучение последнего времени. I want you to write this on the top of your paper. Пожалуйста, напишите наверху свои. By the way, did you get a piece of paper when you came in today? Чистую бумагу всем дали при входе. Вот на ней сегодня надо писать. Наверху напишите эсхатологию. Raise your hand. Everybody should have gotten. Если дали чистую бумагу, поднимите руку, если она у вас есть. Everybody should get a piece of paper. Да, у всех должна быть. And I want you to write this on the top of your paper. Пожалуйста, наверху напишите эсхатология. It is the study of end time events. Эсхатология — это богословская дисциплина, которая занимается изучением событий последнего времени. And the Holy Spirit has been speaking to my heart. И Дух Святой говорил с моим сердцем. That this is something I need to teach to our church. О том, что я должен в церкви начать преподавать эсхатологию. И я уже много лет являюсь пастором в этой церкви, и я никогда эсхатологии вас не учил. Open your Bibles to Matthew chapter 24. Пожалуйста, откройте Матфея 24 главу. And we're going to pick up where we left off last week. И мы продолжим говорить с того момента, на котором остановились на прошлой неделе. Matthew chapter 24. Матфея 24. Verse 3. Третий стих. As Jesus sat upon the Mount of Olives. Когда же сидел Иисус на горе Елеонской. The disciples came to him privately saying. То приступили к нему ученики наедине. Tell us when shall these things be? Скажи нам, когда это будет. They were talking about the end times. Они задавали вопрос о последнем времени. And what shall be the sign of thy coming? И каков признак твоего пришествия? We saw that the word what is the word ti. Мы уже говорили о том, что в греческом языке вот этот вопрос какое это греческое слово ti. And this word ti describes a very precise answer. И ti означает, скажи нам конкретно, то есть этот вопрос подразумевает детальный конкретный ответ. Lord, we want you to tell us. Господь, мы хотим, чтобы ты нам сказал. Exactly. Вот точно скажи. Precisely. Скажи определенно. What will be the sign of your coming and of the end of the age? Каков признак твоего пришествия и конца века сего? And beginning in verse 4. И начиная с 4 стиха. 5. И 5. 6. И 6. 7. И 7. Jesus begins to describe signs. В этих стихах Иисус перечисляет признаки. Which will let us know that we have come to the end of the age. Признаки, говорящие о том, что наступает конец периода. Now I have drawn here, Giannis has drawn here a line. И я здесь нарисовал черту. And last week I gave you a timeline of the ages. И я на прошлом служении, вернее, в прошлые выходные уже говорил с вами о разных периодах временных. Today I'm just going to give you a part of this. Сегодня я частично повторю. It's a little bit of a review. Просто сделаем обзор. But it's also something that's essential for you to understand the teaching today. И для того, чтобы понимать учение сегодняшнее, надо понимать эти временные периоды. We had the Old Testament. Есть время Ветхого Завета. Which, if you remember from last week's notes, и если вы помните, мы на прошлой неделе уже говорили об этом. It was the fourth dealings of man. Есть четвертый период отношений Бога с людьми. Then we came to the cross. Потом крест Иисуса. And the resurrection. Потом воскресение. And it brought this period to an end. И на этом этот период закончился. Between the cross, между крестом and Pentecost, и Пятидесятницей, there were 50 days. Прошло 50 дней. During these 50 days, на протяжении этих 50 дней, Christ was on the earth. Христос был на земле. He was appearing to people, talking to people. Являлся людям, разговаривал с людьми. And the Bible tells us. И Библия говорит. In John chapter 20 verse 22. В Иоанна 20:22. Write that down if you're taking notes. Запишите, пожалуйста. John chapter 20. Иоанна 20 глава. Verse 22. 22 стих. That right in the middle of this time. Что в это время?
Jesus came to the disciples. Иисус пришел к ученикам. He breathed on them. Дунул на них. Told them to receive the Holy Spirit. И сказал им принять Духа Святого. And they were born again, just like we are born again. И ученики в тот момент родились свыше, точно так же, как мы с вами рождаемся свыше. But then in Luke 24. И после этого в Луки 24 главе. Jesus ascended into heaven. Описывается, как Иисус поднялся на небеса. And in Luke 24. И Луки 24. Chapter 24, verse 49. 24:49. Jesus said to the disciples. Иисус сказал ученикам. Go to Jerusalem. Идите в Иерусалим. So they went to Jerusalem. И ученики отправились в Иерусалим. And he said, wait there. Иисус сказал им, ждите в Иерусалиме. For the promise of the Father. Ждите исполнения обетования Отца. Which was the Holy Spirit. И это обетование, конечно, излияние Духа Святого. And on Pentecost. И в день Пятидесятницы. We read in Acts chapter 2. Об этом мы читаем в Деяниях 2 главе. Verse 1. В первом стихе. That the Holy Spirit was poured out. Дух Святой излился. He was poured out. Дух Святой излился. And when the Holy Spirit was poured out. И когда Дух Святой излился. The Bible tells us. В Библии написано. In Acts chapter 2. В Деяниях 2 главе. Write this down. Записывайте. Acts chapter 2. Деяния 2 глава. Verse 16 and 17. 16-17 стихи. That it was a fulfillment of the book of Joel. Что это стало исполнением пророчества из книги пророка Иоиля. And verse 17 says. В 17 стихе написано. That I will pour out my spirit in the last days. Последние дни излию от Духа моего. And when the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost. Дух Святой излился в день Пятидесятницы. It was the birth of the church. В этот момент родилась церковь. And it was the beginning of what we call the church age. Это было зарождением церкви и началом периода церкви. So the fourth period before the cross. До креста, четвертым периодом. That was canceled. Был другой период, он закончился. Technically, we started the fifth dealings of God with man. Начался пятый период отношений Бога с людьми. Started on the day of Pentecost. И он начался в день Пятидесятницы. That's when the Holy Spirit came. Когда пришел Святой Дух. On Pentecostatniki. В день Пятидесятницы. The church was born. Церковь родилась. And a new age began. Начался новый период. Yannis, let's write this. Yannis, давай запишем. Some people call this age. Некоторые люди называют этот период. The church age. Периодом церкви. Everybody say church age. Скажи период церкви. And I want you to write this down if you're taking notes. Пожалуйста, записывайте это. I'm trying to teach you. Я вас учу, я стараюсь учить. I want you to understand these phrases. И я хочу, чтобы вы понимали значение этих фраз. Sometimes this is called the church age. Иногда этот период называют периодом церкви. This is the age in which we live. Мы с вами живем как раз в этот период. Sometimes it is called the age of grace. Иногда этот период называют периодом благодати. Which is a contrast to the age of law. Конечно, периодом благодати его называют в противовес периоду закона. Предшествующему ему. And we are living in the age of grace. Мы с вами живем в период благодати. Now these two terms. И вот эти два названия. You will not find in the Bible. В Библии найти нельзя. These are theologians' definitions of this time period. Богословы дали определение нашему периоду вот этими двумя названиями. They call it the age of the church. Называют наш период периодом церкви. Because it is the age of the church. Потому что мы с вами живем в период церкви. And it will be the age of the church. И он будет таковым. Until the rapture. До вознесения церкви. Yannis, can you write the word rapture? Yannis, вот здесь напиши, пожалуйста, вознесение. And the rapture will conclude the age of the church. И вознесение поставит точку в периоде церкви. It is called the age of grace. Это период благодати. Because this is the age when God's grace is being poured out by the gospel. Потому что именно в наш период изливается Божья благодать через проповедь Евангелия. But the term that is used in the Bible. Но в Библии есть название. It is used by Paul. Павел употребляет это название. Jude, Иуда, James, Иаков, John, Иоанн. Is the last time. Они говорят, что это последнее время, последние дни. Everybody say последнее время. Скажи последнее время. That is the technical term. Вот техническое определение. For the time in which we live. Времени, в которое мы с вами живем. Now, it seems like people have been talking about the last times for 2000 years. И может показаться, что люди уже 2000 лет говорят о последнем времени. And it has been just about 2000 years. Но прошло где-то 2000 лет. Since the day of Pentecost. С Пятидесятницы. Give or take a little bit. Ну, плюс-минус.
About 2,000 years. Около 2000 лет прошло. They were talking about the last days and the beginning. В начале уже говорили о последнем времени. Because they knew. Потому что знали. That Pentecost marked the beginning of the last days. Что с момента пятидесятницы началось последнее время. So in the very beginning. В самом начале. They were already living in the last days. Уже эти люди жили в последнее время. But Paul. Но Павел. Peter. И Петр. Jude. Иуда. John. Иаков. They all began to understand. Все начали понимать. Writing under the inspiration of the Holy Spirit. Они свои послания писали под вдохновением Святого Духа. About events that would occur in the very end of this. И они уже тогда описывали события, которые должны происходить в конце нашего периода. The very end of this age. В самом конце нашего периода. And they called this. И они назвали. Эскатос. Все это словом эсхатос. Actually, эскатайс. Эсхатайс. Химерайс. Himerais, which means и значение таково, the last days, последние дни, days, дни. Not the word ionos. Здесь не использовано греческое слово ionos. This whole period would be an ionos. Вообще весь период это ionos. But they begin to write about the very last days. Авторы посланий писали о самых последних днях. And what would happen in the last days? Они описывали события последнего времени. They did not know. И они не знали. Because the Bible doesn't say. Ведь в Библии не написано. How long this period will last? Насколько долго этот период будет продолжаться? But by the Spirit of God. Но они духом Божьим. Begin to prophesy. Пророчествовали. And they begin to point their fingers to these days. Начали своим пальцем указательным указывать в будущее. And they begin to prophesy what would happen. И начали пророчествовать о событиях. Just before the rapture of the church. Которые должны происходить. Перед взятием церкви. Now what I'm teaching you today. И то, чему я учу вас сегодня. Is a foundation for what we're going to be doing next week. Является основанием для учения, которое вы услышите на следующих выходных. Every one of these teachings are going to build on top of the other. Все эти учения будут дополнять друг друга. So I want you to take notes and listen very carefully. Поэтому, пожалуйста, сегодня слушайте и записывайте. But Jesus said something very interesting. Иисус сказал интересные вещи, очень интересные. Matthew chapter 24. Матфея 24. Look at what he says in verse 4. Смотрите, что Иисус говорит в 4 стихе. Jesus answered and said unto them. Иисус сказал им в ответ. Take heed that no man deceive you. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. For many will come in my name, saying, I am in Christ. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос. And will deceive many. И многих прельстят. And you will hear of wars and rumors of wars. И услышите о войнах и о военных слухах. See that you're not troubled. Смотрите, не ужасайтесь. For these things must come. Ибо надлежит всему тому быть. But the end. Но это еще. Is not yet. Не конец. This word end. Слово конец. Is the word telos. Перевод греческого слова telos. And it appears over and over in this text. И в этом тексте это слово употребляется множество раз. Jesus said, when you see these things. Иисус сказал, когда вы увидите эти вещи. You have not reached the end. Это еще не самый конец. Then he says in verse 7. В 7 стихе Иисус говорит. For nation shall rise against nation. Ибо восстанет народ на народ. Kingdom against kingdom. Царство на царство. And there will be famine and pestilence and earthquakes in diverse places. И будут глады, моры, землетрясения по местам. And all of these are the beginning of sorrows. И все это начало болезней. Yannis, if you would please write across the top of the board. Иисус, напиши, Yannis, пожалуйста, напиши на доске. Birth pains. Родовые муки. And I want you to write that in your Bible. Пожалуйста, напишите в своей Библии родовые. Or write that in your notes. Родовые муки или родовые боли. Because when the Bible says. Потому что когда мы в Библии читаем. These are the beginning of birth pains. Что это начало болезней. That word болезни. Вот это слово болезни. Is exactly this. Word in Greek. В греческом это слово. And it appears three times in the New Testament. Означает родовые муки, и в Библии это слово используется три раза в Новом Завете. And it is always used in this way. Это слово всегда используется для описания родовых мук или страданий женщины. So Jesus says. Иисус сказал. As we approach the end of the age. По мере приближения конца. Now he's speaking generally. Иисус говорит в общем. Remember they asked the question T. Вы же помните, они задали вопрос T. Very specifically. Они хотели знать конкретно.
exactly, precisely, определенно и точно, what would be the biggest sign at the end of the каковы age? Главные признаки последнего времени. But before he answers that, и прежде чем дать ответ на этот вопрос, he begins to describe other events. Иисус описывает различные события. And he says these other events, Иисус сказал, что вот эти последние события will be like the birth pains of a woman. Будут похожи на ощущения беременной женщины, родовые муки. Now I was going to describe birth pains. Я хотел сам описать родовые муки. But since I've never had a baby, но так как я никогда сам не рожал, I decided I would ask Denise to come решил help. Попросить Денис помочь. Пожалуйста, Денис, пожалуйста. Well, of course, all you ladies, ну, конечно, had a child, все женщины, которые рожали, you understand birth pain. Вы понимаете, какие ощущения женщина испытывает, что это за родовые муки. So, about maybe month or 2 months before the baby comes. Где-то за месяц до родов, может быть даже за 2 месяца до родов. There can be pains, but they're not really contractions. Женщина уже начинает испытывать боли, но это еще не настоящие схватки, но она уже ощущает боль. But the uterus gets very hard. И внутри все затвердевает. And it's preparing that birth passage. Вот этот проход или канал родовой начинает готовиться. To deliver that baby. Для того, чтобы ребенок мог пройти. But then as it gets closer, по мере приближения to the time of delivery, родов, of course, the contractions are going to be very real. Схватки становятся настоящими. And what's happening is the uterus is contracting. Начинаются схватки внутренние. That's where those pains come. Сжимание, появляется боль. To deliver the child. Для того, чтобы ребенок мог родиться. So your pains may start maybe they're 5 minutes apart. И промежуток или временной интервал между схватками вначале может составлять 5 минут. And as it gets closer, maybe they're 3 minutes apart. По мере приближения родов потом 3 минуты интервал. And the closer your pains get, и чем ближе ты, тем сильнее болевые ощущения. The closer you're coming to have that child. Чем ближе ты к родам. Well, when the birth passage is almost open, и когда родовой проход или родовой канал почти открыт, it is called transition. Начинается движение. And at the place of transition, когда начинается движение, the contractions, схватки, or birth pains, или вот эти родовые боли или муки, very close to one another. Уже настолько частыми становится, интервал сокращается до минимума. And there's hardly any time for recovery. И у женщины уже нет времени, чтобы прийти в себя между схватками. Thank you. Спасибо. That is the word which Jesus used. Вот какое слово употребил Иисус. When he described what would happen as we come toward the end of the last times. Конец последнего времени. He said there would be contractions. Иисус сказал, что будут схватки. They would get closer. И они будут все чаще. Closer and 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 closer. And the earth, и земля, the world, мир, time, времена, will be preparing to give birth to the coming of the Lord. Будут готовиться к пришествию Господа. The rapture, вознесение церкви, the tribulation, скорбь, время скорби, the second coming of the Lord, второе пришествие Господа, and eventually the 1,000-year reign of Christ. И потом тысячелетнее правление Христа. All of that is in front of us. Все это ожидает нас впереди. But before we enter into that, и прежде чем мы все это увидим, first we've got to come to the end of this age. Сначала этот период должен завершиться. And Jesus began to give the disciples, Иисус начинает ученикам, specific signs, перечислять определенные признаки of what would happen in the world as we came closer to this time. Того, что должно происходить в мире по мере нашего приближения к этому моменту времени. So I want us to begin in verse 4. Поэтому мы начнем с 4 стиха. And Yannis is going to write on the board. И Яннис будет писать на доске. Jesus answered and said unto them. Иисус сказал им в ответ. Take heed. Берегитесь. When he says take heed, Иисус сказал берегитесь. It carries a kind of a shock. То есть люди будут шокированы. Like it's hard to believe, but let me tell you what's going to happen. Иисус заранее предупреждает о том, что должно произойти. He said, "Let no man deceive you." Иисус сказал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. This word "deceive" прельстил describes moral deception. Это слово описывает моральное обольщение. Moral deception. Моральное обольщение. Everybody say moral deception. Скажи моральное обольщение.
And Jesus is prophesying. Иисус пророчествует. That the closer and closer and closer we come. Чем ближе мы приближаемся. The attitude of the world is going to change. Тем сильнее будут меняться люди, их отношения. And what was morally wrong. Неверующие люди и то, что ранее считалось морально неприемлемым. People will say is morally alright. В конце времени люди будут принимать, они будут говорить, что это нормально. Things that we knew were absolutely wrong. То, что раньше считалось абсолютно неправильным. Morally, people will say, well, maybe it's not wrong. They'll begin to make room for that. В конце люди будут говорить, может, это не так и плохо, давайте будем это делать. And we'll talk more about this next week. И мы еще будем говорить об этом на следующей неделе. But Jesus said that would be one of the signs. Иисус сказал, что это будет одним из признаков. There would be a changing moral climate. Будет снижение моральных стандартов. Then in verse 5, потом в пятом стихе, he says, many shall come in my name. Иисус сказал, многие придут под именем моим. And this would be religious deception. Речь идет о религиозном обольщении. And when Jesus says many will come in my name, Иисус сказал, многие придут под именем моим. The Greek says many will come on my name. В греческом написано, многие придут на моем имени. On my principles. Они придут, основываясь на моих принципах. On my reputation. Они будут приходить на основании моей репутации. Using me. Используя меня. Maybe they know the Lord. Maybe they don't know the Lord. Может быть, эти люди вообще не будут знать Господа. They may even call themselves ministries. They may be a cult. Может быть, это будут культы. But they will come on the name of Jesus. Они придут на основании имени Иисуса. And the Bible says. И в Библии написано. That they will call themselves Christos. Что они будут себя называть Христос. Which is the word for the anointing. Христос — греческое слово, которое переводится как помазанник. The first word is the word planao. А первое греческое слово планао. That's for worldwide deception. Это обольщение, которое постигнет весь мир. Моральное обольщение. Моральное, потом религиозное. Then everybody say religious deception. Давайте теперь вместе скажем религиозное обольщение. People who claim to be anointed. Люди будут себя провозглашать помазанниками. And the Bible says there will be many of them. И в Библии написано, что таких будет много. And then Jesus says. И далее Иисус сказал. In verse 6. В шестом стихе. Which is number 3. Для нас это третий пункт. There will be wars. Также услышите о войнах. And then point number 4. И четвертый. There will be rumors of war. И о военных слухах. То есть войны и потом военные слухи. Let's write down both of these. Запишем войны и потом. Jesus said there will be wars. Иисус сказал, что будут войны. And there will be rumors. И будут слухи о войнах. This word войны. Слово войны. Is obviously plural. Конечно, во множественном числе и употребил Иисус. It's plural. Во множественном числе. So it's describing multiple events. Речь идет о множестве таких событий. In Greek, it is the word polemoi. Это перевод греческого слова полемой. Oi also means plural. Oi говорит о множественном числе. And this particular word polemoi. И вот это слово полемой. Войны. Describes local armed conflict. Описывает поместные военные конфликты. We would call these regional conflicts. Мы их называем региональными конфликтами. Highly militarized. Люди вооружены до зубов. Very strategic. Идет война за стратегические места. And Jesus says, as you come to the end of the age. Иисус сказал, что в конце последнего времени. These small conflicts. Вот эти небольшие конфликты. Will begin to take place in many places. Будут происходить повсеместно. Jesus uses plural. Иисус сказал, что будут войны во множественном числе. In fact, there's going to be so many of them. И этих конфликтов будет так много. It says rumors of wars. Что будут еще и слухи о войнах. This word sluki. Вот это слово слухи. Is from the Greek word akoi. Является переводом греческого слова akoi. Which is the Greek word for the ear. Это греческое слово, которое переводится еще как ухо. And so instead of saying rumors of wars. То есть Иисус, говоря о слухах, на самом деле. A better translation would be. Сказал. Вот хороший перевод. An ear filled with wars. Ваши уши наполнятся информацией о войнах. Jesus is describing an unusual time. Иисус описал необычное время. When there are conflicts happening simultaneously. Когда одновременно, повсеместно будут конфликты. Every time you turn around, there's another conflict. Включаешь новости, слышишь о новом конфликте. Another kind of conflict. Еще один новый конфликт. In another place, another conflict. Еще новое место, где начался еще один новый конфликт. Local conflicts. Поместные региональные. Breaking out simultaneously. Будут происходить одновременно. Everybody say wars. Скажи войны. Rumors of wars. Слухи о войнах.
Jesus said, Иисус сказал, these will be some of the birth pains. Это будут родовые муки. And the period of time between these, и между этими событиями, will get shorter and shorter and shorter. Промежутки будут становиться все короче и короче, короче и короче. The time to recover from one to the next. Времени на то, чтобы приходить в себя, будет все will get shorter and shorter. Меньше и меньше, меньше и меньше. It will begin to feel like these things are piling one будет on top такое ощущение, что все эти проблемы наслаиваются друг на друга. Then number five. Пятый признак. First of all, Jesus said, Иисус сказал, see that you're not troubled. Смотрите, не ужасайтесь. This word troubled не ужасайтесь. Means to be inwardly alarmed or panicked. Иисус говорит, не надо внутри переживать, не паникуй. It's the word panic or alarm. Не паникуй, не надо быть на все время на страже. And it means to scream out. То, на самом деле речь идет о том, что люди будут кричать. Somebody so inwardly alarmed. Люди могут настолько внутри переживать. They cry out. Что они будут взывать. What is happening? Да что же происходит? What in the world is happening? Что же такое происходит? Because they have never seen anything like this before. Потому что ничего подобного люди раньше не видели. Jesus said all of these things must come to pass. Иисус сказал, что всему этому надлежит быть. Должно все это произойти. Just like a woman must go into contractions. Точно так же, как женщине, чтобы родить, надо пережить схватки. Jesus said these things must happen. Иисус сказал, всем этим вещам нужно произойти. Time is preparing, preparing, preparing. Время готовится, 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 готовится. But Jesus said the end. Иисус сказал, что конец. Is not yet. Еще не наступит. So just because you see these things. Ты видишь эти признаки, но это еще не означает. Does not mean it is the end. Что вот уже конец. But it does mean that you're getting close to Но признаки говорят о том, что мы приближаемся к концу. Then in verse 7, седьмой стих. Jesus said, "For nations shall rise against Иисус сказал, восстанет народ на народ. Nation against nation. Народ на народ. The word nation народ is the Greek word перевод греческого слова ethnos. Ethnos. It's where we get the word ethnic ну и от него происходит слово этническое or ethnic groups. Этнические группы. And notice it says народ. Смотрите, народ. На народ. На народ. A better translation would be ethnos. Лучше перевести как этнос. На этнос. На этнос. This could be a religious group. Может это называть какие-то религиозные группы, речь идет о религиозных группах. One religion. Какая-то религия. For example, Islam. Может быть, ислам. It has many ethnic groups. А в разные исламские группировки входят разные этнические группы. Ethnic group against ethnic group. Этнические группы против этнических групп. And in Greek, where it says na. И в греческом, где перевод на русский как на. It describes them set against each other. Описывается восстание друг на друга. And it has the word which means on top of each other. И там такое слово, которое показывает, что будет наслоение друг на друга, друг на друга. It is like the unloosing and the confusion of ethnic groups. То есть вот эти этнические группы выйдут из-под контроля, будут просто дико себя вести. Against each other. Будут идти против друг друга. Attacking each other. Нападая друг на друга. Piling on top of each other. Наслоение будет этих конфликтов и проблем. And next Jesus says. И далее Иисус говорит. Kingdom. Царство. Against kingdom. На царство. Kingdom. Царство. Against kingdom. На царство. Now kingdom is a word which we don't use much in our generation. Мы сегодня не часто используем слово царство. But in the New Testament time. Но в новозаветнее время. It was a very important word. Это слово было очень важным. It was a word which was used regularly. А регулярно люди использовали слово царство. It is the Greek word basileia. Это в греческом слово basileo. And the word basileia, basileia is connected to the word basileus. Происходит от слова basileus. You really have to see these two words together. Эти два слова надо разбирать вместе. Basileus is a king. Basileus – царь. And Basileia is his kingdom. И Басилея это его царство. Well, today we would say this is a national leader. Сегодня мы бы словом Басилеус назвали бы руководителя страны. And this is his political union. И Басилея это то, что ему подвластно. So this is leaders. Итак, вот руководитель. And their union. И Басилея это то, чем он руководит. So you would understand this in today's language. А если переводить на сегодняшний язык? Political unions and political leaders. Политические объединения. Руководители политические against political unions пойдут против leaders. Других политических объединений и лидеров, руководителей. And this word na и слово на is a repeat of this in Greek. It says the same thing. В греческом здесь повторяется то же самое слово, то есть смысл такой же. It is a picture of political union. Рисуется картина политических объединений, positioned against each other, которые идут против друг друга, piling upon each other, наслаиваясь друг на друга.
applying pressure. Оказывая друг на друга давление. Each trying to conquer the other. Стараясь победить друг друга. Does this sound like anything that is current in our news today? То, что я описываю, напоминает события, которые мы видим в мире сегодня. Jesus said, Иисус сказал, all of these would be birth pains. Все это родовые муки. That we are coming toward the end of the age. Говорящие о том, что конец периода этого близок. But that's not all that Jesus said. Но Иисус еще кое-что сказал. Next, he said there will be famines. Далее Иисус говорит, что будут глады. Number seven. Седьмое. Jesus said there would be famine. Иисус сказал, будут глады, то есть голод. Now, when we think of голод, думая о голоде, we think of a lack of food. Мы думаем о нехватке еды. But actually, the Greek word here describes scarcity or lack. Здесь использовано греческое слово, которое описывает всеобщую нехватку. Let's write that on the board. Давай напишем, Янис. It is actually a lack. Нехватка. Now, grain, зерно, was the foundation of the economy in the first century. В то время, вообще, в первом веке, основой экономики служило зерно. So if there was a famine of grain, поэтому, если была нехватка зерна, it would have resulted in an economic collapse. Нехватка зерна приводила к экономическому коллапсу. It would have been a shortage of products. Сразу нехватка продуктов появлялась. A shortage of finances. Нехватка денег начиналась. And in fact, this word. И вот это слово глады. Giannis, would you please write up here? Напиши, пожалуйста. It could actually be translated as the word deficit. Можно перевести как дефицит. Deficits. And notice also that it is plural. И также во множественном числе, то есть дефицит всего. So Jesus is prophesying. Иисус пророчествуя. As we come to the end of the age. Говорит о том, что в конце этого периода. There will be one deficit on top of another. Дефицит за дефицитом, дефицит за дефицитом будет. And these crises. И эти кризисы. Will begin to get so close to each other. Будут происходить настолько часто. That the recovery time between them will get shorter and shorter. Что времени на передышку будет становиться все меньше и меньше, меньше и меньше. And then Jesus said. И далее Иисус сказал. Number eight. Восьмое. That there will be pestilence. Что будут еще и моры. Мори, everybody say мори. Скажем вместе мори. Now that is in Matthew chapter 24. Это в 24 главе от Матфея. But actually Luke chapter 21. Но Луки 21 глава. Can you write that right here, Giannis? Giannis, пожалуйста, напиши. Luke 21 verse 11. Луки 21:11. Talks more detailed about this. Там еще более детально все это описывается. And this word мори. Вот это слово мори. Everybody say мори. Скажи мори. It is a medical term, является медицинским термином, which describes new diseases, который описывает новые болезни, which are very difficult to control and very difficult to cure, которые невозможно вылечить, не поддаются лечению и контролю. And Jesus prophesied, Иисус пророчествуя, as we come closer and closer and closer and closer, говорит о том, что чем ближе мы к этому моменту, one of the contractions, вообще одна из схваток родовых, one of the birth pains, одна из этих мук родовых, will be the emergence of new diseases. Болезни, новые болезни, опасность новых болезней. Then we come to number nine. Теперь девятый признак. And Jesus says. Иисус сказал. And there will be earthquakes in various places. Будут землетрясения по местам. Now it's very interesting when you look at this word earthquake. И если разбирать это слово землетрясение, очень интересно. In Greek. В греческом языке. Because it involves much more than an earthquake. В греческом языке использовано слово, которое включает в себя гораздо больше, чем просто землетрясение. It can be translated earthquake. Это греческое слово можно перевести как землетрясение. But it is the Greek word. Но это греческое слово seismo. I'm going to give it to you just how it is in Greek. Seismo. Я вам напишу это греческое слово seismo. Seismoi. Seismoi. It's plural. Во множественном числе. And Luke adds the word megaloi. И Лука еще добавляет слово megaloi. These are both plural. Во множественном числе все эти слова используются. Megaloi is from the word mega. Megaloi состоит из слова mega, which means huge. Mega это что-то огромное. Huge. Огромное. The word seismoi. Слово seismoi. From the Greek word seismos. Происходит от греческого слова seismos. And you know the word seismos. Но мы конечно знаем это слово seismos. Seismos activity. Seismo активность, да?
Seismologia. Seismologia. It describes the activity of the earth. Это наука, которая занимается изучением активности земли, да? And so Jesus prophesied. Иисус пророчествуя. As we come to the end of the age. Говорит о том, что в конце этого периода. The earth itself will become very active. Земля начнет очень активно проявляться. Because it is the word seismos. И здесь слово seismos. It could include more than earthquake. И сюда входит что-то больше, чем просто землетрясение. It could include floods. Сюда входят и потопы. It could include tsunamis. Цунами. Volcanoes. Вулканы. It could include earthquakes. Землетрясения. And the Bible says megaloi. И в Библии написано, что это будет мегалой. These things will be happening on a very broad, wide, ever-increasing basis. То есть эти события будут происходить все чаще и чаще и будут носить характер всеместный. I decided that I would do some research. И я решил исследовать этот вопрос. To prepare for this message. Чтобы приготовиться к этой проповеди. Just about earthquakes. Просто землетрясения. Do you know how many earthquakes there are now in a year? Вы знаете, сколько землетрясений происходит за год? There is more than 1 million annual earthquakes. Более миллиона землетрясений за год. Between 2.9 and 2.9. От 2 до 3 баллов, да, по шкале. There have never been so many earthquakes in recorded history. 2,9. Да, вот за всю историю такого количества землетрясений не было. There are 100 plus. Более 100 землетрясений. 6 point and up earthquakes. Которые по шкале, то есть 6 и выше. In various places across the earth. По всей земле такие землетрясения. It is more than there have ever been. Раньше таких землетрясений в таком количестве не было. And the geology и геологи say that we are facing a period of earthquakes like we the earth has not seen. Говорят, что скоро такие землетрясения начнутся. Раньше земля такого не знала. And Jesus said when these begin to take place. Иисус сказал, что когда все это начнет происходить, these will be a sign. Это будет знаком of the end of the age. Того, что конец периода наступает. Now all of these things. Все эти вещи are birth pains. Являются родовыми муками, схватками. But they are not the big sign. Но это еще не основные признаки. And remember, the disciples asked Jesus. Вы же помните, что ученики задали Иисусу вопрос. Ти. Precisely. Скажи нам точно. Exactly. Скажи нам определенно. What is the biggest sign of all the signs? Каков главный признак из всех признаков? Which will tell us it is. Который покажет нам, что. It is telos. Вот telos. It is the very, very. Самый конец наступает. And Jesus answers the question. Иисус отвечает на этот вопрос. Now we covered this last week. Мы на прошлой неделе уже об этом говорили. But it's so important. I want to cover it better than we covered it last week. Это настолько важно. Я хочу еще лучше постараться объяснить вам. Look at verse 14. 14 стих, пожалуйста. Jesus answers this specifically. Иисус дает конкретный ответ. And this gospel of the kingdom. И проповедано будет сие Евангелие. Shall be preached in all the world. Царство по всей вселенной. Everybody say all the world. Скажи по всей вселенной. It is the Greek word oiko. Вселенная в данном случае является переводом греческого слова oikomene. From the word oikos. Первая часть слова oikos. And the word oikos, if you're taking notes. Oikos, если вы записываете. It means house. Означает дом. The word mene. А mene. Means. Означает. To stay. Селиться. So when you put these two words together, соединив эти два слова, it describes that part of the world which is dwelling in houses. Получаем слово, которое описывает те места земли, где есть население. Or when you put it together, то есть это слово, it describes the cultured or the civilized part of the world. Описывает цивилизованный мир. Те места, где есть культура. It is the same word used in Luke chapter 2. То же самое слово использовано в Луки 2 главе. Verse 1. В первом стихе. When the Bible says, где в Библии написано, that Caesar Augustus had the whole world о том, как Цезарь Август издал повеление, чтобы была перепись по всей земле. It is this word oikomene. Вот земля является переводом этого слова. Well, we know that when the whole world was taxed, и мы знаем, что когда была перепись по всей земле, it wasn't the Indians in America. Конечно, эта перепись не проходила в Индии или в. It wasn't South America. Не была она в Америке среди индейцев. But it was the Roman civilized world. Но речь шла на тот момент о Римской империи, то есть о римской цивилизации. So we're talking about the cultured world. Речь идет о тех местах, где есть культура. Or we're talking about the civilized world. Речь идет о цивилизованном мире. Or the populous,
где есть население. And Jesus said, Иисус сказал, this gospel of the kingdom это Евангелие Царства shall be preached in all the world for a witness unto all the nations. Будет проповедано везде, по всему миру, во свидетельство всем народам. And then he said, и потом сказал Иисус, telos. Придет телос. Then, тогда. Everybody say тогда. Скажи тогда. Тогда is very important. Тогда тоже очень важно. Because it means then immediately. Тогда сразу же. Immediately. Сразу же. That will be the end. Придет конец. Now, there are two interesting times in history. Есть два очень интересных момента в истории. Let's erase this, Giannis. Давай сотрем это, Янис. Two interesting times in history. Есть два очень интересных момента в истории. The first coming of Jesus. Первый приход Иисуса. Первое пришествие Иисуса. And the second coming of Jesus. И второе пришествие Иисуса. And the world is very similar. И мир будет находиться в одинаковом состоянии в эти моменты. Let's say the first coming. Первое пришествие. You would write that down, Giannis. Giannis, запиши, пожалуйста. The first coming. Первое пришествие. And if you're taking notes, I want you to write this down. Если вы записываете, пожалуйста, запишите это. The first coming. Первое пришествие. And then. И потом. I want Giannis to come down here and write. Giannis, вот здесь напиши, пожалуйста. The second coming. Второе пришествие. The first coming and the second coming. Первое и второе пришествие. There are similarities. Есть очень много общего, есть много очень похожих вещей, которые объединяют эти времена. For example. Например. In Galatians chapter 4. Галатам 4 главе. And verse 4. В 4 стихе. The Bible tells us. Написано в Библии. That Jesus was born in the fullness of time. Что когда пришла полнота времени, Иисус родился. Right, полнота времени. Янис, напиши, пожалуйста, полнота времени. This is very important. Очень важно. Jesus was born in the fullness of time. Иисус родился, когда пришла полнота времени. No other time had ever been called the fullness of time. Никакое другое время не называется полнотой или полным временем. Why was it called the fullness of time? А почему вот то время, когда Иисус пришел на землю в первый раз, назвали временем полноты? Why had this term never been used before? Почему ранее подобных периодов не было? Because when Jesus was born, потому что когда Иисус родился, something happened. In the world, the civilized world, что-то происходило в цивилизованном мире, в цивилизованном which обществе, had never happened before. Что-то такое, чего раньше за всю историю не было. For the first time, в первый раз, language was united in the civilized world. В первый раз за всю историю во всем цивилизованном мире был один язык, который объединял все народы. Or, if you could write here, запишите, пожалуйста. There was a unified communication. Было общение на одном языке, которое всем людям позволяло друг друга понимать. No, communication, not языка. Общение. Yes, there общение. Was unified communication. Было общение. For the first time. В первый раз. Even though there were many languages, хотя было, конечно, много разных языков, the civilized world, цивилизованный мир, spoke Greek. Говорил на греческом. They wrote it in Greek. Писали на греческом. Even in Rome, where Latin was king, даже в Риме, где правила латынь, on the streets, the people spoke Greek. Люди на улицах говорили на греческом. In Ephesus, people spoke Greek. В Ефесе люди говорили на греческом. Jesus was able to read and to write and to speak Greek. Иисус мог и говорить, и писать на греческом. The New Testament was written in Greek. Весь Новый Завет написан на греческом. It was the first time since the Tower of Babel. В первый раз со времен Вавилонской башни. That the whole world been united in language. Весь мир был объединен одним языком. And God waited for this moment. Бог ждал этого момента. To send Jesus. Чтобы послать Иисуса. Because finally. Потому что наконец-то. The gospel could be preached. Евангелие можно было проповедовать. In one language. На одном языке. In the entire civilized world. Всему цивилизованному миру на одном языке. And because of communication. И благодаря общению. It was called the fullness of time. На греческом. Доступному всему миру это время называлось полнотой времени. Everybody say communication. Скажи общение. Well, as we look at the second coming of Jesus, мы говорим о втором пришествии Иисуса. It's a very similar moment. И очень похоже это время. Because of TV. Благодаря телевидению. TV. Благодаря телевидению. It's a different kind of communication. У нас сейчас есть разные Satellite. Способы донесения информации благодаря спутникам. Internet. Благодаря интернету. Radio. Радио. Computers. Компьютером.
The world has once again become united as never before. Снова мир объединён так, как никогда раньше. It is a time very similar. И сегодняшнее время очень похоже. To the first coming of Jesus. На то время, когда Иисус приходил в первый раз. I would write here fullness of time. Я бы здесь снова написал полнота времени. Because it is a very similar time. Потому что время очень похоже. As to when Jesus came the first time. На то время, когда Иисус приходил в первый раз. Isn't that interesting? Интересно, правда? And we are called of God. И мы Богом призваны. We are anointed of God. Мы Богом помазаны. That we are living in this time. Жить именно в это время. Скажи аминь. Think about it. Подумайте об этом. Because of technology. Благодаря технологии. Because of all of these things which have united the whole world. Благодаря развитию технологий, благодаря вот этим вещам, которые объединяют мир. Bibles are everywhere. Библия доступна повсюду. The gospel is everywhere. Евангелие доступно повсюду. But I want to tell you one more thing. И еще одну вещь хочу сказать. About 200 years ago. Около 200 лет назад. Let's just say that's right there. Давайте предположим, что вот здесь этот временной промежуток. Maybe a little more than that. Maybe a little less than that. But about 200 years. Плюс-минус, но около 200 лет назад. A great move of the Holy Spirit. Началось движение, очень мощное движение Святого Духа. Began with the mission movement. И началось миссионерское движение, миссионерская работа началась. And it was because of the advent of so many ships that were traveling. Благодаря тому, что появилось множество судов, люди смогли ездить по разным странам. And much of this began with the British Empire. И, конечно, все это началось в империи, Британской империи. And the gospel. Евангелие. Traveled to every end of the earth. Евангелие дошло до всех краев земли. Traveled and traveled and traveled and traveled. Евангелие расходилось. Миссионеры ездили по разным странам. Until today. И сегодня. We find gospel workers everywhere. Мы видим тружеников Евангелия повсюду. It's hardly go anywhere where you don't find the gospel. Трудно найти страну, в которой не было бы Евангелия. Or you don't find a Bible. Нельзя найти страну, в которой не было бы Библии. And Jesus said. А Иисус сказал. Look at verse 14. 14 стих. Now remember, помните, the disciples said, "What is the precise sign?" Ученики спросили, каков будет конкретный признак, определенный признак, that screams at us louder than all the other signs, который громче других заявит о последнем времени. They asked a specific question. Они задали конкретный вопрос. Jesus gave them a concrete answer. Иисус дал им конкретный ответ. And this gospel of the kingdom, Евангелие царства, shall be preached in all the world, будет проповедано по всему миру, the civilized world, по всему цивилизованному миру, for a witness unto all the nations, во свидетельство всем народам. И тогда, everybody say тогда, скажи тогда, it means immediately, сразу же, then comes the telos, придет телос, or then comes the end, конец, which means, это означает, at any moment, что в любой момент, Christ could come for the church, Христос может прийти за церковью, at any moment, в любой момент. Everybody say, any moment. Скажи, в любой момент. Now just imagine. Представьте. The apostles were in the beginning of the church age. Апостолы жили в начале периода церкви. But the apostles and the prophets. И апостолы и пророки. Prophesied about this time. Пророчествовали об этом времени. We are living their dream. А мы с вами живем в том времени, о котором они тогда только могли мечтать. But we're also living in a time. Мы с вами живем в такое время. When the world has never known such stress. Когда мир подобного стресса раньше не испытывал. Such birth pains, birth pains, birth pains. Эти родовые муки следуют друг за другом, друг за другом схватки. Romans, римляне. Yannis, would you write Romans 8? Yannis, напиши, пожалуйста, римлянам. Tells us that the earth is in birth pain. Римлянам, в послании римлянам написано, что земля страдает в этих родах. Crying out for this moment. Взывая, ожидая момент. Crying out for this moment. Взывая и моля. And the Bible tells us Christ will come. Об этом моменте, когда придет Христос. And in 1 Thessalonians. В первом Фессалоникийцам. Just write here so people can write it down. Yannis, пожалуйста, напиши вот здесь, чтобы люди. 1 Thessalonians. Первое Фессалоникийцам. Chapter 4. Четвертая глава. The Bible tells us Christ will come. Написано, что Христос придет. And we that are alive will be caught up. И мы, те, кто еще будут живы, поднимемся с ним. To meet the Lord in the air. И встретимся с Господом на небесах.
And Jesus will take us to heaven. Иисус заберёт нас на небо. And at the end of 7 years. И по прошествии 7 лет. We will come back with Christ. Мы вернёмся со Христом. Having been in heaven for 7 years. Мы на небе будем 7 лет. We will be fully trained. И мы там пройдём замечательную подготовку. Completely equipped. Будем готовы. To help Christ with a 1,000-year reign. Чтобы помогать Христу править на протяжении 1000 лет. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Фессалоникийцам 4 глава. Says Christ will also come with angels. Написано, что Христос придёт с ангелами. For 1000 years. И на протяжении 1000 лет. He will be the government. Христос будет правителем. And we that have been trained. А мы, пройдя подготовку, we are going to be very busy with the Lord. Будем очень помогать Господу, будем заняты делом. And at the end of the 1000 years. И по прошествии 1000 лет starts eternity. Начнётся вечность. Hallelujah. Now, last week, на прошлой неделе, I covered Matthew chapter 23, verse 14. Я говорил о том, что написано в Матфея 23:14. And I didn't cover any of these signs. И вот эти признаки я не обсуждал в прошлый выход. So I promised you last week I would cover these signs. Я на прошлой неделе пообещал, что подробно разберу эти признаки. But I have a question. И у меня вопрос. And I think it's a question that everybody would ask. И я думаю, что любой человек задал бы этот вопрос. If all the prophecies have been fulfilled, если все пророчества уже исполнились, and they have, а на самом деле все пророчества уже исполнились, say all prophecies are fulfilled. Скажи, все пророчества уже исполнились. Somebody might say, кто-то скажет, well, but what about the Antichrist? Антихрист. What about the building of the temple? А строительство храма? That's going to happen in the tribulation. Все это будет происходить, когда будет время скорби. But everything in order for the rapture took place. Но всё, что должно было свершиться для того, чтобы Христос пришёл за церковью. All those prophecies have been fulfilled. Все эти пророчества уже свершились. So say it again, all prophecies are fulfilled. Повтори ещё раз, все пророчества свершились. Well, if they're all fulfilled, и если все пророчества свершились, then why hasn't the rapture already happened? Почему же ещё не было вознесения церкви? What is the delay? Что же мешает, что останавливает? How many of these birth pains do we have to go through? Сколько родовых мук ещё предстоит испытать? How long do we have to wait? Сколько ещё ждать? If we've come to the very end. Если мы уже приблизились к самому концу. What is holding it back? Что ещё останавливает? And that's what we're going to answer next week. Ответ на этот вопрос я дам в следующие выходные. Amen. I can hardly wait for next week. Жду следующей недели с нетерпением. I am working so hard on these messages. Я готовлю эти проповеди, тщательно готовлю. Can you tell I'm working hard on these messages? Вы же видите, да, как я готовлю? You pray for me and Maxime and Yannis. И вот и молитесь за меня и за Максима и за Яннис. Because this takes a lot of preparation. Потому что приходится тщательно готовиться. And it takes a lot of mental concentration. И нужно так активно мозгом, серым веществом работать. And if you notice, I'm not using any notes. И если вы заметили, я не пользуюсь какими-то конспектами, то есть все из головы. I'm just speaking from memory. Я просто на память все это рассказываю. And I feel such a responsibility. И я чувствую, что на мне лежит огромная ответственность. To teach this to our church. Ответственность учить нашу церковь именно этому. Because these pains are getting closer and closer. Потому что эти родовые муки все ближе и ближе, ближе и ближе. And people are saying. И люди говорят. What is happening? Да что же происходит? I'll tell you what's happening. Я вам скажу, что происходит. We're just living in the wrap-up of the age. Мы живем в завершении этого периода. And we are anointed for it. И мы помазаны жить именно в это время. Turn to your neighbor and say, we're anointed. Повернись к соседу, к соседке, скажи, мы помазаны именно для этого времени. Tell your other neighbor, we are anointed for it. Ещё одному соседу, дядьке, мы помазаны именно для этого. Now, there's always someone who says, всегда находятся люди, которые говорят, I don't believe in either. Ой, да я вообще в это не верю. I don't believe in either. Ой, я в это не верю вообще. Please make sure you're here next week. Пожалуйста, приходите обязательно на следующей неделе, в следующие выходные.